левой. Сюда. Подтянем ногу. Сюда подтянем. Также в другую сторону. Четыреглаво немного потянем. Встаем. И голеностопы делаем 4 в правую сторону. Обратно. И другой тоже. Раз, два, три, четыре. Также пахи, они тоже очень важны, потому что можно их легко дернуть. Делаем тоже очень плавно, без резких движений. Раз, два, три, четыре. И на правую ногу. Раз, два. Отлично. Более-менее размялись? Хорошо, отлично. Так как мне сказали, что прыжки лучше не делать, поэтому... надеюсь, все знаете, хоть чуть-чуть размяться. Сейчас, подождите. Сегодня давайте постараемся, точнее, я буду стараться, под секундомер. Значит, делаем, я просто показываю, потом мы делаем. То есть, просто для разминки делаем такие движения. Садимся, встаем, садимся, встаем. Так, еще 15 секунд. А музыку можно включить? То как-то тихо, чуть-чуть. Так, еще 5 секунд. И все. Сгибалась. Вот. Вот так делала. Давайте тоже 30 секунд. Раз, два, три. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Дальше мы встаем в положении такое прямое, и мы делаем ногами в сторону, к себе, в сторону, к себе, да. Также 30 секунд, и потом уже отдохнем полноценно. Предлагаю начать. В сторону, к себе. В сторону, к себе, пять секунд, закончили. Сейчас давайте минутку отдохнем, чуть-чуть посидим, и дальше тоже будут упражнения, которые мы будем делать также под секундомер. Мы сделаем там 3-4 упражнения. Сюда, к себе. Да, мы делаем 30 секунд с одной, 30 секунд с другой. Дальше ставим ноги, ну, плюс-минус, во вторую позицию, кто знает. Но немножко не выворотную, а все-таки менее выворотную. И садимся точно так же, не вот туда, а стараемся таз отвести назад, чтобы была, ну, угол 90 градусов в коленке. Да, мы делаем такие 30 секунд. Дальше будем сидеть. Раз, два, три. Полупальцы. И выросли. Таких 30 секунд. И уже получается выпады вперед. Тоже постараемся 90 градусов, чтобы было. Вот. Блин, это все понятно. Так, вы готовы? Отлично. Ну, давайте начнем с выводов. И раз. Два. Постараться нужно найти баланс. И отводим таз назад, чтобы. Опять-таки, не было нагрузки на коленки.
на колено очень сильно. И давайте другой ноги то же самое сделаем. Опять-таки прямой угол. И тоже, когда делаем кач и так далее, максимально, чтобы был прямой угол. Иначе так, ну, меньше что-то работает. Меньше напрягаются мышцы. Давайте. 3, 2, 1. Поднимаем и держим. Еще 10 секунд. Отлично. Выпрямляем. Главное с ровной спиной. Можете пяточки на себя натянуть, чтобы вот заднюю поверхность хорошо тянула. А кто делает хорошо, могут вперед, также сложиться. Я когда-то... Может быть, сейчас. Руки обхватывала вот за пяточки. Да, но колени при этом, смотри, ты сгибаешь, обхватываешь. Нет, то есть... Мышцы ровной спиной обхватить и полежать. Давайте полежим, кто как может. Если не получается, не надо так делать. То есть резко, когда в растяжке ничего не делал. То есть это все должно быть плавно максимально. Не получается, лучше схватить за щиколотки. Опускаем голову и лежим. Спасибо большое вам, что сегодня пришли сюда. Все просто отлично занимались. Надеюсь, вам понравилось. Не так сильно стали. Отлично. Так, а дальше... Давайте еще раз поблагодарим Камилу за прекрасную работу. Спасибо большое. И Камилу, вам тебе небольшой подарок. Спасибо большое. Не надо, Саня, руки вот так.